Получить ответ в режиме реального времени – такая возможность была сегодня у жителей Новочебоксарска. В общественную приемную партии «Единая Россия» поступило несколько десятков обращений. Кто-то решил прийти лично. Наша съемочная группа тоже побывала на приеме. В небольшом кабинете трое. Руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия», главный врач Центра ортопедии Николай Николаев, глава Новочебоксарска Алексей Ермолаев и его зам Дмитрий Пулатов. Первый вопрос по телефону. Пенсионерка Бабаева, инвалид. Вопрос о пандусе. Не въехать в подъезд, не выехать. У вас вопрос по наклону пандуса, по самому пандусу, я так понимаю. По... Вот. Сотрудник нашей региональной общественной приемной, он вместе с администрацией города тоже подъедет к вам. И уже на месте мы, думаю, что совместно примем решение. Да. Спрашивали о вакцинации. Теперь уже традиционно. О здравоохранении вообще, о парковках и тарифах ЖКХ. Именно вот такие совместные приемы, когда мы обращаем внимание администрации муниципальных образований, города, района на те проблемы, с которыми приходят наши жители, и позволяет, на мой взгляд, вот эти вопросы решать. После встречи с жителями, по традиции, заведенной президентом страны, будет сформирована папка. И вся информация передана в ведомство для подготовки адекватного и исчерпывающего ответа. Татьяна Молокова, Юлия Адюкова, Георгий Кривошеин, Республика Новочебоксарск.